Привет, друзья! Уже на этой неделе начинается, пожалуй, главная для нас выставка Computex. Важные презентации будем переводить онлайн. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Компании серьезно готовятся к выставке, и либо производители материнских плат знают больше других, что, впрочем, совсем не удивительно, либо очень быстро реагируют на всякого рода утечки, ну, что вряд ли. Как бы то ни было, совсем недавно стали известны названия новых материнских плат с чипсетом X299. У них появился индекс 9. Это Aorus X299 Gaming 3.5i9. Ну, тут может быть и без намеков, а вот ASRock прям так и назвали, ASRock X299i7 и ASRock X299i9. Это ли не прямая отсылка к тому, что Kaby Lake X это i7, а Skylake X i9? При этом Intel всячески мутит воду и показывает некоторые подробности будущей платформы, где никаких i7 и i9 нет, есть только Core X Series. Но черт с ними, с названиями. Есть новые данные. Максимальный TDP новых процессоров будет не 160, как предполагалось раньше, а 140 Вт. Старший процессор с 12 ядрами будет работать с частотой 4,5 в режиме Turbo Boost 2.0. А этот режим, как вы помните, позволяет поднимать частоту только наиболее подходящих для этого ядер, а не всех. Так что реальная частота работы всех ядер в стоке может быть ниже. Младший в серии Skylake X будет поддерживать только 28 линий PCI и всего 11 мегабайт кэша. Вообще с кэшом третьего уровня тут пока вопрос не ясный, теоретически его должно стать больше, но пока в чистых цифрах его меньше. И на этот вопрос будем ждать и ответ уже от самой Intel. А что касается новых Coffee Lake, то под них планируется новый 300-й чипсет и сокет 1151 версия 2. И вот ножек будет тоже количество, но Coffee Lake, похоже, на старых 1151 не заработают. Intel планирует ограничить возможность установки новых Coffee Lake на старые 1151 с чипсетами 100 и 200 серии. То есть Coffee Lake только для сокетов 1151 версии 2, иначе они не могут гарантировать оптимальную работу продукта. Ну а если заглянуть еще дальше, то уже в первом квартале 2018 года нас ждут чипсеты Z390. Для 10-нанометровых Cannon Lake. Но не обольщайтесь, скорее всего, мощнее существующих они не будут. Будут экономичнее, это точно, и холоднее. NVIDIA может показать на Computex Titan Volta. И это будет означать, что уже в этом году есть шанс на появление Volta GeForce. Мы ждали их только в 2017 году. Ну да, ждали. Но Джетсон Хуанг может решить иначе. Монструозная Tesla на базе Volta уже представлена. И самые старшие геймерские видеокарты на базе тех же технологий ему не составит труда выпустить, ну, хоть сейчас. Но первый, возможно, будет все же Titan Volta. И, скорее всего, это будет вновь самая мощная видеокарта на рынке. Почему именно Titan? Дело в том, что снимки некой видеокарты с элементами дизайна Volta и надписью Titan уже есть в сети. И так как в последнее время все говорит о том, что большая часть утечек и слухов строго контролируется, вероятно, снимок — это подготовка к запуску уже третьего Titan в течение года. Но кое-что смущает. Ранее Титаны маркировались на верхней грани как GeForce GTX. Никаких надписей Титан не было. Кроме этого, два поколения подряд сначала представляли 80-ю серию. И если фотография не подделка, то в NVIDIA решили а. поменять политику, б. составить конкуренцию самой мощной Vega, чтобы либо удержать первенство, либо просто оставаться конкурентными. Прервемся на минутку. Друзья, наш с вами любимый кэшбэк-сервис letyshops.ru празднует свой день рождения. С чем мы его и поздравляем. Напомню, кэшбэк — это сервис, который позволяет вам вернуть часть потраченных денег с ваших покупок в интернете. Грандиозное празднование трехлетия кэшбэк-сервиса letyshops.ru дает нам возможность принять участие в акции, где будет большая распродажа, повышенный кэшбэк в лучших магазинах. Только представьте, на AliExpress 10% кэшбэк. И, конечно же, подарки. Такое впервые. Большую часть подарков можно получить, выполняя простые действия. К примеру, установив расширение. Letyshops сегодня возвращает деньги с интернет-покупок для более чем 3 миллионов пользователей по всему миру. Более 900 магазинов на любой вкус и все случаи жизни. Не упусти свой шанс сэкономить на покупках и выиграть крутой приз от Lety. Празднуем вместе, ссылки в описании. Не так давно слухами были и новые процессоры AMD с предполагаемым названием Ryzen 9 на платформе для энтузиастов, а теперь они всплыли в базе данных онлайн-магазинов. Пока не продаются, конечно, и ценника нет, но вы ведь помните, когда мы о них заговорили в первый раз, мы предположили на основе тизера, что AMD решили окунуться в мифы Древней Греции. Ариадна, Минотавр и все такое. Некоторые из вас заявили, что мы... дебилы.
Но, как я уже говорил, мы редко ошибаемся. Теперь AMD регистрирует еще 5 торговых марок, 3 из которых явно отсылают к греческой мифологии. Арагон, Фарос, Прометей, а также Кайдзен и Корэмп. Арагон, он же Аргус, он же Паноптис, существо многоглазое и всевидящее. Как думаете, какой свой продукт AMD могла бы назвать таким именем? Что-то связанное с графическими технологиями, но непростое. Вряд ли это банальная видеокарта для дома. Скорее, мощный серверный комплекс, состоящий из массива графических процессоров. Ну, для, скажем, глубинного обучения. Или, как вариант, сервис для работы с уличными камерами. Все-таки существо-то всевидящее. Фарос — это маяк, а если немного изменить начертание, то пошлина. Но все же маяк, ведущий корабли даже во тьме ночной и помогающий навигации. Маяком можно назвать все что угодно, от чипсета до сервера. Но лучше всего такое название подходит облачному сервису. Прометей, дарующий людям огонь. Вот и думается, что это новые чипсеты для Threadripper'ов. CoreAmp — название какой-нибудь утилиты для разгона, и такое же название уже вроде бы было. А вот Kaizen несет в своем названии часть названия процессора Zen, то есть связано с процессорами. При этом Kaizen — это философия достижения большого какими-то маленькими шажками, активно продвигаемая сейчас бизнес-тренерами. Либо это следующее поколение процессоров с архитектурой Zen, но мне так не кажется. Скорее похоже на специальную линейку Ryzen для корпоративного сегмента. Но это только наше предположение, а какие продукты выпустит AMD под этими именами и выпустит ли вообще, и известно лишь сотрудникам AMD. Новые технологические процессы — это снижение энергопотребления и тепловыделения, снижение необходимой площади и кристалла для достижения того же уровня производительности. AMD и Intel активно осваивают 7 нанометров. Не думаю, что Nvidia отстает. А Samsung уже со следующего года начнет тестирование 4 нанометров. Правда, 4 нанометра Samsung — это не то же самое, что 4 нанометра у Intel. И вообще, сейчас внесли путаницу в нормативы, и я чувствую, что назрела необходимость сделать, ну, отдельное какое-то видео по техпроцессу разных производителей. Но все же, как звучит? 4 нанометра? Кто тоньше? Ладно, будем сворачиваться, и напоследок хочу запустить опрос. Друзья, пожалуйста, поучаствуйте, мне кажется, результат будет интересным. Один зарубежный портал опубликовал данные опросов у них там в Штатах. И нам бы хотелось провести такой же опрос и сравнить наши данные с их результатами. Опросник короткий и удобно оформлен. В описании приложена ссылочка на форму опроса. Там нужно только галочки расставить. Заранее благодарю всех, кто участвует. Ну и пока все. Сегодня ждите еще одно видео, на сей раз тест. Если не выйдет сегодня, значит, не успел демонтировать. И тогда выйдет завтра. Пока!